Дан старт первого заезда, квалификационный заезд для лошадей 3 лет расистых пород. Бег возглавил фабрикант, тут же орнамент. Дистанция 1600 метров. Лошади должны пройти квалификацию, ложиться в стандарт резвости. Для фабриканта 2 минуты 45 секунд ровно, для орнамента 2 минуты 40 секунд ровно. Участники заезда проходят левый поворот, подходят к отметке первой четверти дистанции. За 39,2 секунды пройдена первая четверть дистанции. Проходит квалификацию орловский жеребец фабрикант и русский расистый жеребец орнамент. Участники первого заезда подходят к отметке второй четверти дистанции. За 42,5 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Участники квалификационного заезда на противоположной прямой. Практически голова в голову идут участники первого заезда. Орловский жеребец фабрикант под управлением мастера наездника Секисова. Тут же орнамент едет Анастасия Секисова. За 38,8 секунды пройдена третья четверть дистанции. Участники первого заезда выходят на финишную прямую. Проходит квалификацию первый номер фабрикант, второй номер орнамент. Заканчивает дистанцию чуть впереди второй номер орнамент, тут же по обровке фабрикант.